Друзья, всем привет! Третье видео начинается с одной картины. Лаврик висит на папе. А, друзья, мы в Trader Joe's приехали. Мы приехали за йогуртами, которые мы кушаем только здесь. Не мы, а вся моя семья кушает только местные йогурты. Больше никакие они не едят. Но это реально самые вкусные йогурты. Берем тележку. В эту тележку не сядешь, мне неудобно. А, вон маленькая есть. О, нашли маленькую. Мы в прошлом влоге были с такой же маленькой тележечкой, только в Sit to Table. И она тоже была сладкая. Это вообще низкая, да? Заезжай, зайчик. Так, мы в Trader Joe's, друзья. Мы за йогуртами. Пойдем. Ну и посмотрим, что тут есть еще. Здесь, кстати, страшный дубак. Здесь всегда такой холодильник внутри. Почему мне так дискомфортно? Я еду, и мне жарко. Потому что ты в машине. В машине, конечно, жарко было. Да, иди сюда, Лавр. Так, ну что, давайте пройдемся, посмотрим, что здесь есть. Мы, я хотела... Бананы продают яблоки. Потому что они страшно дорогие здесь. Лаврыш, у нас полно яблок, зайка. У нас прям полно яблок. Пойдемте сразу туда, в йогурты. Слушай, она совсем маленькая. Вообще прям милипусечная. Ой, точно, собачка. Так, все длинношерстная. Вот надо было вот такую вот завести нам. И все. Боже мой, а он не боится, у нас все равно. Какой хорошенький, да? Шлейфки такой. Так все длинношерстный. Прикольная. Давай, двигай. У нас хорошо, дети не боятся собак, даже если она гавкает. Они вообще не реагируют толком на это. Это хорошо. А, да, еще есть еще одна головка. Понравился, да? Да. Теперь постоянно берем красный лук. Но у нас есть еще, Вов. Можно, кстати, взять, Вов, смотри, не поштучно, а вот такую целую. Взять? Давай. Хороший, здесь хороший лук. Органик это. Здесь все органик. Здесь, друзья, будет все органик. Ну, наверное. Это новогодний. Так, я вот думаю овсянку взять. Трейдер Джоус, органик. Ой, у нас какой-то ерундой там внутри. Это, наверное, запеченного мяса. Вов, взять вам, это, по-моему, вообще, ну, совсем прям песок. Это который с дяденькой, да, нарисованным таким? Да, согласна. Кстати, наверное, в смысле. Кстати, нам очень многие подписчики говорят, что очень полезно, когда мусор в овсянке. Да, я читала комментарии. А вот у меня такое ощущение, да, что кто-то просто наделал мусор. Мне кажется, это специально. Мусор в овсянке. Он говорит, это же полезно. Это же полезно. Да ладно. Знаешь, а мы думали, это мусор. Нет, это полезно. Такие, я ровно об этом же и подумала. Знаете, что хочу взять сейчас? Вов, подожди, пожалуйста, меня. Я хочу здесь пройти. Вов, подожди, пожалуйста. Я хочу пройти, знаете что? Я здесь видела тесто, но, наверное, его уже нету. Оно не всегда продается, и я в прошлый раз его не взяла, а зря, надо было брать, потому что я думала, оно внутри с маслом, а оно без масла. Ну да, похоже, его действительно нету, я уже все обошла. В общем, этого теста нету. Ой, вот это вкусно, это капец как вкусно, друзья, я возьму, и мы, пожалуй, прям сегодня сделаем. Это такие пельмешки в грибном соусе, мы уже показывали как-то. Ты мой помощник. Так, взяли лук, взяли пельмешки. Я все пытаюсь найти свое тесто и не нахожу. Ну, какая-то яйца. Здесь все продукты с Trader Joe's. Видите, везде будет название. Я не знала, я сама случайно обратила на это внимание и потом прошлась по всем полкам. И у них везде действительно на каждом упаковке написано Trader Joe's. Неважно, молоко это, йогурт. Короче, вообще неважно. Ой, смотрите, это что, типа сырников, что ли? Скорее всего, это все очень вкусно. Он onion soup, кстати, папа просил. Не то, что просил, а где-то в ресторане он... О, какая тяжелая коробка. Он заказывал. Хочет он onion soup. Шпинат. Вовик, ты видел, тут onion soup я есть? Йогурт. Йогурт ты взял уже? А что ты без меня взял? Да пойдем. Еду охота. Есть охота. Пойдем есть. Какие йогурты взяли? Девчонки просили клубнику взять. Взял, да? Осторожно. Клубники побольше возьми, они любят ее очень. Возьми еще один брикетик такой же. Они по $3, по-моему. Видите, это все йогурты с Trader Joe's. Клубнику. Ты малину взял, что ли? Вов. А, нет, клубнику? Мне показалось, ты малину взял. Не малину?
Не, клубника, да. Поехали, Лаврушка. Тут музыка играет. Проезжаем, проезжаем. Я хочу, знаете, что взять? Я хочу взять безешки. Где-то здесь. Нет, не здесь. Так. А, тоненькое совсем. Хотела взять попробовать, думала, типа мантышек. Ну, что-то оно совсем там чуть-чуть прям. Да, иду. Ладно, вот они. Вот за этими штучками, за безушками я пришла. Это очень вкусная вещь. Сколько она стоит? Я не вижу цену. Этот опять лечит, стоит. Помощник наш. Так, все нам упаковали. Папа взял, я так понимаю, еще винишко. Да, пап? Что там завернутое? И сейчас хочу приготовить себе пельмешки в грибном соусе. Нас преследует прям. Пойдем, Лаврушка. Все, я погладила. Молодец. Ставь, Лаврушка, ставь на место. Мы дойдем уже. Молодец. Пойдем. Да. Лаврушка, вот машина. Стой. Вот она, наша машина. Давай руку. Вот так вот, раз. Да, я так делаю, кстати. Да, очень удобно. Так, давай, все, пожарим. Пойдем с той стороны, сядем. Сюда проходи. Садись в машину. Все, друзья, у нас здесь закупочка была в нескольких магазинах. Я уже приеду домой и все вам покажу из прошлых влогов. Садись. Так, друзья, мы приехали, мы уже дома. Сейчас, Лаврушка, нам будешь помогать все это заносить домой. У нас еще полный багажник. Ой, стоит уже, ждет. Лаврушка уже зашел с пластилином. Че, Вов? Ждет. Тетя лошадь. Наврик уже внутри зашел. Тихо. Не прыгать, Это... Смотри, как они обклеили. Ага, иди ручки мой и садись лепи. Да иди ручки мой, я все открою. Иди. Ой, мило. Спокойно. Сначала с мылом ручки помыть. Так, сейчас, друзья, вам все покажу, что мы купили. И что, ребят, я все разложила, все, что мы закупили в последних влогах, это, ну, такая закупка продуктов, которая, ну, не то чтобы закупка продуктов, здесь там нет хлеб, молоко, яйца, ни картошки, ничего этого нет. Да. Голова испортилась. А, Лаврик ест свои конфеты, их здесь нет, мы их высыпали в тарелку, он там выбирает, какие он ест, какие он нет. И как бы здесь то, что, в общем, просто так. Хотелось себя чем-то побаловать, типа с чем-то вкусненьким. Это вообще пластилин. То есть, как бы вот такая закупка не совсем нужных, необходимых продуктов. Не считая помидор моих, конечно. Так, вино. Масло с виноградными косточками. Из виноградных косточек хотим попробовать. Надеемся, понравится. Можно для жарки. На нем написано. Вот такие вот осьминожки. Это я любитель страшной всякой вот такой вот нечисти, которая плавает в воде возле рыбы. Ягодки немножко это Лаврушка взял, но он любит. Он Катя, кстати, не любит, а Лаврик любит такую ягоду. А дальше это лук. Два маленьких пучка. Ну, таких не маленьких пучка лука. Сейчас нарежу, в контейнер положу. И вот моя гордость всей вот этой закупки, друзья, это помидоры, конечно же. Посмотрите, какие красивые. Такие можно купить, по-моему, только в Seed to Table. Сколько мы были на каких-то ярмарке, а как они называются, когда органик, вот это все продается с фермерских каких-то хозяйств. Я такие там не видела ни разу. Ну, возможно, они есть. А, и вот так вот они выглядят, и они очень вкусные. Мы уже не первый раз их берем. Дальше сыр. Вот такой вот это моцарелла, которая нежирная, маленькой жирности, некалорийная, как это еще назвать. Мне очень понравилось. Маша разницу не увидела вообще между вот этими красными. Это свежий, прям при нас сделанный гуакамоле. Из авокадо делается, прямо в Seed to Table. Там же прям и капуста тоже. Там я взяла, по-моему, там.
Да, там тоже. Вот такие вот чипсы, которые неотъемлемая часть вот этого гуакамоле. У нас едят папа и Маша именно вот с этими чипсами именно это гуакамоле. Такая вот дынька. Взяли дыньку, мы ее там попробовали, потому что там была дегустация вот этой дыньки. И нам очень понравилось, очень сладкая, очень вкусная. Это в Trader Joe's взяли. Это пельмени в грибном таком соусе. Офигенно вкусно, друзья. Ну, я просто любитель страшных грибов. Я обожаю грибы. Я немножко в них разбираюсь. В детстве собирали, в 4 утра выезжали, собирали. В общем, обожаю. Вот просто обожаю. Пластилин. Еще был один пластилин. Лаврик уже утащил его в комнату, разобрал. Там какие-то выдавливать что-то. И вот такие вот маленькие. Это уже в Таргете взяли. Вот это тоже из Таргета. Сейчас хочу открыть, посмотреть, как это выглядит. Ну, я думаю, все знают, как это выглядит. Здесь кусочки сыра, в общем, разные. Взяли, это Вова уже выбирал. Взяли красный лук, потому что у меня семья подсела на красный лук. Это Лиза, папа, и я в салаты добавляю. Это творог. Творог обыкновенный, кушают они его с вареньем с каким-нибудь. Так, вот это Лавруша взял, это, ну, типа актимеля, что-то такое, он на картинку увидел, картинку, маркетинг, в общем. Кока-кола, вот это вот взяли безе, называется меренги, но для меня это безе обыкновенное, не понимаю, в чем разница. В общем, ванильное, очень вкусное безе, тоже из Trader Joe's. Дальше, это Лавруша схватил на кассе. Чипсы для Кати и для себя. И вот для чего мы ездили в Trader Joe's. Это вот такие йогурты. Самые вкусные вообще йогурты. Убей свою задницу, мать. Больше мы... Ну, моя семья лучше йогуртов не ела. Это самые вкусные йогурты, которые там продаются. Продаются вот так по 6 штучек. Вот это любимые девчонок. Банан, клубника. Папа, в принципе, ест любые. Вот такие вот. Это вот самое важное, зачем мы ездили. Это у нас любители просто, моя семья. Так, ну все, вот такая вот у нас закупочка. Лаврик еще утащил конфеты. Да, можно сейчас, да. Утащил конфеты и утащил пластилин отсюда. Окей, давай. Я ему просто трубочку вот сюда сейчас засуну. И он просто выпьет. Ну как? Вкусно? Дипей. Лаврик уже покушал, он уже сытый, он поел. Все? Я только один попил. Отлично. Кто там у нас переживал, что собачка не гуляет? Вот у нас такая собачья площадка, не знаю, показывали ее, не показывали. То есть, видите, можно барьер брать, можно вот в кольца залазить. Ну, вот собачка у нас гуляет, вот у нее ошейник, поводок, но рядом ходит. Правда, давай. Мы покидали шишку сейчас. Где шишка? Куда шишку дело? Надо было мячик взять тебе покидать, чтобы ты, ну, слюни до пола висят, уже весь мячик бы был бы. Капец это надо. Да? Ваша. А здесь что такое-то? На ней не прыгать, нет, просто залазить. Скуби-ду, блин, сейчас машина завелась. Она быстро на скамейку ко мне забралась и сидела. Видите, побегала территорию, отметила, всю замерила, так скажем, и вот все, вот пришла. Теперь с папой будешь, да, сидеть здесь? Кто там? Кто там? Не, ко мне не надо сейчас сюда бежать. Может, тут скамейку от слюней вытирали. Ну, такая вот собачья площадка у нас, в принципе, есть, и... Как бы ее Маша сюда выгуливает, кидает и мячик с ней тут, чтобы она побегала без поводка. И, кстати, у нас иногда ходит без поводка. Вот так вот здесь вот. Этот фонтан выключен, здесь фонтанчик. Так, в принципе, все, кто переживает, можете не переживать. У нас все хорошо. Здесь как бы предприятий в радиусе, ну, наверное, 1000 километров нигде ни одного нету. Экология нормальная. Животное вполне себе активно бегает, ей хватает здесь места везде побегать. У нас гуляет она раз в 6 в день. Я не знаю, какая собака, вон там еще шишка. Фу-фу-фу-фу. Вот давай шишку кину тебе. Так, тут кто-то, я так понимаю, не убрал. Сейчас будем лапы мыть. Вот такую шишку давай. Ой, блин, она острая, зараза. Не будем ее кидать, она острая. Фу, умело нельзя.
Ну, в общем, острая шишка, не хочу. Это сейчас рот на себе покорябать может. Так вот, слюни до пола висят. Как борода, блин, да, мило? Все, пойдем домой. Пойдем домой, да. Пойдем домой. Сид. 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 Иди сюда, ко мне. Сид. 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 Good girl. Lay down. Lay down. Lay down. Lay down. Good girl. Все, сид, 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 сид. Ай, да не надо брюхом тереться. А, папа дурак. Папа зря так сделал. Сид. Сид, 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 сид. Ты моя умничка, такая умная собачка. Самая умная собачка у нас. Пойдем, малыш, пойдем. Все, пойдем домой, пойдем. Да, пойдем, пойдем, маленький, пойдем. Скажи, в трубу нас не запихнешь, это вряд ли. Мы не любим всякие такие непонятные экшены, которые могут нас напугать, да? Скажи, этого нам оно не надо. Ну, как такая, тут видите, даже на пожарном гидранте такая вот надпись, что это Dog On и Parks. Вот так вот, короче говоря, видите у них, чтобы собачкам было весело. Пойдем. Ну, на самом деле, хозяев, которые свинятничают и не убирают за своими собаками, даже на собачьей площадке, хватает. То есть некоторые спрашивают, вот все, вот-вот, видите, вот пакетики везде. Вот у меня привязаны сюда пакетики, мы гуляем. Вот они здесь, можно две упаковки, вот сразу ящичек. То есть они есть по всей территории, на самом деле. Это вот наша автомойка здесь, она бесплатная, просто можно взять и помыть машину. Вот баскетбольное кольцо поставили, можно поиграть, тоже бесплатно. Но при этом все равно народ умудряется вот лень взять пакетик и убрать за своей собакой. Очень странное, но такие, видите, это на самом деле не зависит ни от страны, ни от чего. А вот так, все, все, домой хочет, все, давай, пойдем. Что, друзья, пока тут разбирала, съела всех осьминогов. Так, я уже разложила все продукты, разделила все йогурты, они у меня по одному стоят для удобства, просто чтобы их брали. Сейчас доем, пожалуйста, свой кимчи, мне тут ровно одна ложка осталась. Дыньку охладим, чтобы она была холодненькая, и будем кушать. Так, поставила 4 буквально баночки с кока-колой для Лёвы, потому что ему оставь все, он выпьет абсолютно все. Да, Мася? Вот, поэтому не стала доставать. Ну, все, все остальное вы, в принципе, видели. А, о, еще вот это мяско хотела поесть, очень вкусное, из костка. Паштет доедаем, плова чуть-чуть капусты. Масенька, давай. В принципе, у нас еды на... Ой, ты нашел игрушечку себе. У нас, знаете, какая проблема? У нас у котиков нет игрушек вообще. Они так хотят играть. Я вчера до вечера сидела с ними вот прям допоздна. Трубочки им достала, пластиковые вот, из которых вот... Ну, вот эти, в общем, трубочки. И они так играли, так веселились. У нас дело в том, что собака просто все подбирает, все отобирает, все сжирает. Поэтому вот такие вот вещи у нас оставлять нельзя просто. А они страшно любят играть именно вот какими-то маленькими такими, типа трубочки, вон, видите, уже оживилась. Типа какие-то золотенькие фантики от конфет, там чупа-чупсом просто они играть любят. Чупа-чупс достают, если где-то видят, если мы не убрали. Достали, фу! Достали и такие радостные гоняют этот чупа-чупс. Вон, видите, уже тоже приготовился. И такие счастливые. А нельзя, она сразу хватает и сжирает его. Если даже просто фантик, она его тоже сожрет. В общем, у нас у кошек нет вообще никаких игрушек. Я, честно говоря, по этому поводу очень расстраиваюсь. Да, мой мальчик. Они так любят играть вообще еще. Фу. Отгоняю ее. Дай поиграть детям. Нельзя. Так, я тут уже нарезала зелень всю. Ну, лук. Лук органик. Я вся изрыдалась, пока его резала. Ну, я от обычного рыдаю, даже несмотря на то, что это зеленый лук, но я все равно рыдаю, когда режу его. Приготовила себе помидорку. Сейчас доем кимчи. Я просто осьминогов съела, мне больше ничего не нужно. Сейчас кимчи съем и помидорку свою. И вот это вот вкусное мяско. Я его ем прямо холодным. Оно прям вот в таком виде, ну как, оно в упаковке продается, и оно там готовое, его не нужно готовить. Но Вова себе еще там что-то обжаривает его. Я прям вот такое вот беру, ем, это мы в контейнер положили. Я обожаю его, прям холодное, прям из холодильника. Ну все, 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 сбежались. Так, ладно, сейчас вас выгоню сначала. Пошли. Я, знаете, как делаю? Беру кошек, запускаю в детскую комнату. Там маленькие какие-то игрушечки валяются, и они бегают, там у меня играют. Наиграются, я их выпускаю.
Тебе же ничего нельзя, ты что проглотишь?